Всем привет, друзья! Правила ужесточились. Теперь на улице можно появляться только в маске. Я иду в аптеку за необходимыми мне таблеточками. Вот, ну посмотрим, как народ ходит по улице. Хочу сказать, что значительно уменьшилось людей на улице. Все-таки, наверное, люди правильно понимают ситуацию и без необходимости не выходят на улицу. Вот, в общем-то, людей мало. Это улица Высоцкого на поселке Котовского. Вот, кстати, впереди человек с ребенком. Вот, и собачка гуляет. Что-то она несет в своих зубах, непонятно. Что хочу сказать еще? Смотрел видео на YouTube. Есть один блогер американский, который сообщил о том, что каждый день умирает 1000 американцев от коронавируса. Меня это, конечно, удивило очень сильно. Не знаю, насколько это верно, так это или нет, но информация такая пугающая, конечно. Вот это банк работает. Магазин. Окна, двери не работает. В общем, трудно, конечно, сообразить. Я это каждый раз повторяю, потому что настолько разные мнения, информация. Какие-то доктора говорят о том, что ходить в масках по улице – это вообще бесполезно. Вообще это ненужное дело. Другие говорят, только ходить в масках надо. И вот и постановление Кабмина о том, чтобы на улице только в маске люди появлялись. Вообще смешно, конечно, но некоторые положения вообще ни в какие ворота не лезут. Скажем, людям за 60 лет вообще запрещено выходить из дому. Только по самой там какой-то необходимости, и то не более 2 километра от дома, никак не дальше. Конечно, много дикости и маразма во всем этом, с этим коронавирусом. Но у нас задача не впадать в панику, и если это настолько серьезно, выжить. Ну вот недавно тоже слышал одно выступление востоковеда, который рассказывал о том, что вся эта история с коронавирусом в Китае – это, в общем-то, не то немножечко, о чем нам пытаются вот сегодня внушить. И там больше политики, чем медицины. В общем, вот такая ситуация, друзья. Если всем верить поголовно, то просто будешь шарахаться из стороны в сторону, просто опору потеряешь. Надо выбрать для себя какой-то стиль поведения, стиль
мышление, что ли, я не знаю, образ мышления, который бы позволял оставаться устойчивым ко всяким этим фейкам или ко всяким мнениям противоречивым. И позволял бы этот образ мышления, позволял бы нормально себя ощущать в этом информационном буме, шуме, в этом мире, который сегодня прямо на глазах меняется. Еще вчера людей было, ну, во много раз больше на улицах и в магазинах. Сегодня, видите, людям гулять по необходимости можно только с собакой. Вот так еще сказано в этом положении. Уже пошел анекдот. Единственная собака в многоквартирном доме лежит к вечеру вообще бездыханная. Оказалось, она за день погуляла 600 раз. Понимаете, какая ситуация? И зачем вы снимаете людей на камеру? Кто вам разрешает? Вы сами маски нормально. Вот такие люди есть. Идет с ребенком без маски, еще делает замечания. Ну, друзья, я подошел к аптеке, где мне нужно приобрести лекарства. Вот здесь очередь, и, видимо, пускают по одному, наверное. Купил лекарства, друзья. Вот сейчас иду на более оживленную улицу. Посмотрим, как здесь, какая здесь обстановка. Сегодня 6 апреля, друзья, понедельник, живем первый день по новым правилам. Сейчас середина дня. И смотрите, здесь заметно, это Днепродорога, заметно уменьшилось людей на улице, и движение автомобильное тоже очень сильно поредело. Очень сильно поредел. Так что вот эти правила, которые объявил Кабмин, они все-таки действуют. Ну вот я говорил уже, что нужно как-то самому определиться вот в стиле поведения. Мне кажется, что просто нужно исполнять правила те, которые необходимы для того, чтобы, ну, и самому не зацепить эту заразу и не оказаться в роли переносчика этой заразы. Вот так я бы сказал. Но тем не менее с нашим менталитетом ничего не поделаешь. Вот люди ходят, смотрите, и пожилой человек идет, и вот и средних лет, и вот и мамочка стоит, вон там ребята сидят, абсолютно без масок, абсолютно без масок. Ну, я так понимаю, они чувствуют себя прекрасно, дай бог, чтобы они были здоровы, дай бог, чтобы ничего не случилось. И дай бог, чтобы со всеми нами ничего не случилось, и чтобы мы вышли из этого кризиса здоровыми и сильными, сильными духом и физически, потому что придется очень много наверстывать. Придется очень много работать,
для того, чтобы все это преодолеть и восстановить и свою, и нормальную жизнь в стране. Берегите себя, друзья, еще раз повторюсь, берегите себя и своих близких. А между тем, друзья, доллар немножечко упал, ослаб.